Настей нашли тайное местечко на яхте. А вот еще одно сердце нашего корабля, друзья. Здесь и креветки, и кальмары, и водоросли разные. Вкусные. Настя, будешь пробовать? Всем доброе утро. Доброе утро. Сейчас у нас 7:30 утра, и мы идем на завтрак. Да. А потом поедем на яхту. Кататься, смотреть на красивый вид. Мы еще в море покупаемся. Да. Нас обещали покатать на VIP-пиратской яхте с приключениями. Со всеми приколами и погружением. И высадка на какой-то белый остров посмотрим. Да, на египетские Мальдивы нам обещали. Угу. Саша и Настя будут сухой завтрак? Да, как всегда. Я хочу разноцветное, вот эти шарики, вот это. Папа делает вкусненький чай. Да. Лайм, мятка. Лимончик, я сейчас его хочу съесть. Вкусненькие круассанчики к чаю. Очень вкусные вот такие кексики. Как маффины наши, да? Да. Лешку красной рыбы. Так, беру для всех, да? Да, сделаем бутылку. Обязательно вот этот сыр очень вкусный. Булочкой получится бутерброд. Угу. Много овощей и зелени. По-быстрому кушаем и бегим на автобус. Я первый раз попробовал, взял вот такой, там есть фреши разные, вот это написано сок гуай фрукта. Очень похоже на какой-то молочный коктейль, прикольно. Этот фрукт мы здесь часто кушаем, нам подсказали, что еще из него очень вкусный фреш. Прикольно. Скажи вам, ребята, по секрету, если на весе будет моя подруга. Да? Да. У Насти здесь только появилось друзей. Мама даже не запоминает, как их зовут. И у Саши тоже много друзей. Ну, приятного аппетита. Спасибо. Ребята, вам тоже. Вчера с самого утра купались в море, а потом и шли на завтрак. Да. Сегодня уже так не успеваем, потому что спешим на экскурсию. Настя завтракает на ходу. Потому что я не успела пончики доесть. Сзади нас очень красивенный вид, горы, здесь плавно все переходит в море, здесь причал яхт, я не знаю сколько их здесь, куча, а вот, наверное, наша красавица пиратская стоит огромная, класс, большая, боюсь. Настя будет сегодня пираткой, да, Саша тоже там селфится, надо было нам еще такие платки одеть, угу. И повязку на глаз, вау. Круто. Я уже боюсь, она такая большая. Настя, смотри, какая водичка. Водичка вообще чистая, как нас в бассейне. Вау. Это просто бомба, ребят. Космос. Походу, это не наша яхта. Black Pearl. Черная. Жемчужина. А где же наша жемчужина, а? Ищем нашу жемчужину. А, вон дальше яхта, тоже морская. Пиратская. Точно наша. Вау, смотрите, сколько флагов на ней. Так, кто видит наш флаг, флаг Украины? Ну-ка ищите. Я пока не нашел. Как она называется? Сина Дрим. Мечта, да? Сина мечта, что это такое? По мостику. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Ай, все хорошо. Народ, да. Мы впервые на яхте. Наконец-то попали. А как правильно сказать? Расскажи,
Моя бабушка тоже каталась на яхте. Да, было. Бабушка и дедушка. Так, ну что, размещаемся, поднимаемся. И сейчас вам больше всего покажем. Васюшка заняла место себе вот здесь, в кресле таком. Класс. Мама, Саша, где вы располагаетесь? Пока здесь. Пока здесь? Заняли себе кресло. Вот у нас получается второй этаж. Мы расположились здесь. Там дальше переход. И передняя часть яхты. То же самое. Вау, там даже диджейский пульт, я смотрю, есть. Прикольно. Внизу есть места. Внизу есть места. Говорили, там какие-то каюты. Можно туда тоже посмотреть, что там творится, происходит. А, там впереди есть карман. Пойдем покажу. Тут же ребята фоткаются. Киеву привет. Давай. Привет, Харьков. Вот и штурвал, я тебя фотографирую. Давай. Есть пульт такой командирский. Смотрите, о, и такие трюки здесь будут. Экстремальное катание на качели, на такой подвесной. Здесь передняя часть, корма. Вау, тоже круто. Друзья, вот с этого места мы заходили. Это задняя корма. Кстати, что хотелось бы отметить, здесь на каждом шагу есть места, зоны отдыха. Есть вот такие диванчики, вот такие совместные с столом. Здесь вот такой руль капитана. Сань, давай вставай, будешь управлять. О, только не верти пока. Видел вот это, так, штурвал. И сверху там еще один. Как ты думаешь, это муляж? Думаю, да. А я думаю, что это, наверное, еще одно место управления яхтой. Возможно. Здесь есть местечко одно интересное, туда можно заходить. Там барчик. Сюда, Санек. Да, пойдем посмотрим. Оп. Смотри, тоже места отдыха. Sinai Dream. Вот как она называется. Здесь можно попросить напитки. Вода, чай, спрайт. Здесь бар. Да, мини-барчик такой. Камеры слежения тут. О, а там внизу даже еще есть, смотри, номера какие-то. Пойдем посмотрим. Давай. Интересно, это номера для отдыхающих или... Да, смотрите. Здесь полноценный номер. Санузел. Кто подустал, может спокойно себе отдохнуть. Ветки в кровати. Телевизор, шкаф. Прикольно, как... Как купе в этом самом, как купе в поезде. Чем-то напоминает. Иллюминаторы. Да. Класс. Там отплывает маленькая яхта. Пойдем дальше посмотрим. Да. А вот еще одно сердце нашего корабля, друзья. Это, скорее всего, уже рубка управления. Смотрите, там передняя корма. Класс. Тем временем, пока мы с Аней снимали обзор, мы уже отправляемся от берега. Сигнал. Вот Максим. Он наш гид. А, видно, что у нас... Наш капитан. Называется... Нет? Yes? Точно капитан, я угадал. Hello. Штурманик работает. Хорошо. Яхта называется Sinai Dream. Давайте так познакомимся с яхтой. Как вам, девчонки, мы уже отходим? Да, уже отправляемся. Пацаны прошли, посмотрели все. Уже идем по своими парусами. Прикольно, двигатель отключен, идем на парусах.
Это капитан Орда Украина! Аплодисменты! Первый шоу! One minute! One minute we will start our show, everybody! Тоже итальяне! Say, ancora al show! Number one, да dove? Dove? А мы с Настей нашли тайное местечко на яхте. Здесь вот такие маты. Здесь можно отдыхать, лежать, веселиться и плыть по течению. Мы здесь все поместимся. Мама, раз. Настя, два. Папа, три. И для Саши есть местечко. Вау! Круть! Ну как, капитан Анастасия, получается управлять судном? Сегодня прохладно, но это... Но сегодня очень хорошая погода. Тебе понравилось, да? Да. Просто рулила. Куда ты нас везешь, капитан Анастасия? На Мальдивы, египетские Мальдивы. Там, где белый песок, где прозрачная красивая водичка. Чистая-чистая. Круто! Всем классного отдыха! Мы уже подплываем к берегу, сейчас наши мальчики будут купаться. Да, в этом прекрасном море. Пошли уже за ластами, за масками, за костюмами. Туда. Вон вдали туристы подъезжают на автобусах. Все купаются. Плывем уже где-то часок. Красота какая! Как будто бы море двигается, а мы... На месте? Да. Или наоборот. Настя примеряет ласты папины или Сашины. Утенок маленький. Саша уже в ластах, в костюме, одевает маску и сейчас будет плавать с рыбками. Да. На видео все снимать будем. Давай. Папа, пошел. Марина, положи, пожалуйста, телефон и маску. Там где-то полотенце. Молодец. Да не все поделай. Вот так же будет. Понял? Понял? Пока что нет. Присмотрись. Вон далеко-далеко. Смотрят на кораллы, на рыбки. Все заснимут на камеру и покажут нам. Да. Мальчики! Красота! Красота! Там красиво, Данис. Просто вода. Тяжело плавать. Волны, ветер сильный. А вот мы и встретили этот корабль, с которым вместе отходили из порта. От причала. Черная жемчужина. Он уже пришвартовался. А мы пока идем дальше. Какая красотень впереди. Вау, все белые. А с этой стороны вот такие кораллы выступают, как небольшие островки.
наша швартовочная шлюпка. Сейчас мы все вместе садимся на лодочку. Нас повезут вон туда, на ту белую красоту. Да, это называется египетские Мальдивы. Там вот такая губа по песочку походит, да, Америка? Время обеда. Да, суп с морепродуктами. Вкусняшка, я уже свою порцию попробовал. Да, здесь и креветки, и кальмары, и водоросли разные. Вкусный. Да. Настя, будешь пробовать? Да, мне сейчас нравится. Порцию обязательно скушаю. Нет. Садимся, вот место есть свободное, садимся. Пришло время обеда. Угу. Фуршетный стол, набрали вкусняшки. Кому чего захотелось. Все приятного выдаю... аппетита! Да. Все выдают сами, плюс можешь добавить себе любую там порцию. Можно фанту? Спасибо. Экскурсия приближается к концу. Последняя остановка. Тебе нравится? Кто хочет, купается, а мы загораем. Купаться уже не хочется. Давай. Саша уже загорел. Саша так хорошенько загорел, прячется полотенчиком, но не помогает, да? Настюшка наша уснула. Наша апельсинка маленькая спит. Устали или понравилось? Понравилось. Одно только не нравилось, что очень сильный ветер, да? Да. Ветер немножко нам мешал. Ну что, на сегодня все. Говорим пока-пока. 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 Смотрите следующие видосики. До завтра. И ставьте лайки и плюсики. Всем пока.